Интересно, что кроме официальных столиц русского государства были и города, которые были фактическим центром страны при формальном главенстве другого города. Во времена монголо-татарского ига длительное время Владимир был центральным городом Руси и его столицей. Верховным правителем считался великий князь Владимирский. Ярлык на великое княжение Владимирское передавался тверским князьям трижды. Первым из них стал великий князь Ярослав Ярославович с 1263 по 1272 год. Вторым был Михаил Ярославович с 1304 по 1318. Третий – Дмитрий Михайлович Грозные Очи с 1322 по 1326. Во времена правления этих великих князей Тверь была фактической столицей Руси. По той же причине Нижний Новгород был столицей во времена, когда великим князем был Дмитрий Константинович. Во времена правления царя Ивана Грозного с 1564 по 1581 год фактически столицей России была Александровская Слобода, поскольку царь перенес сюда свою новую резиденцию.